друзья, сегодня будем готовить медовуху пивную или пиво медовое. Для этого нам понадобится килограммчик солода, обычный пилснер, вот такой мед интересный, белый, сначала похож на смалец, очень сильно на вытопленный жир, вот, и такая консистенция у него. Салообразная. Рапсовый мед. Очень интересный, очень вкусный мед. Потом понадобится мне каркаде. И немножечко хмеля Хеллертау Традишн. Совсем чуть-чуть. Спасибо, Александр, за мед. Попросил меня поэкспериментировать с медовым пивом, что я с удовольствием и сделаю. В основном у нас, конечно, будет медовуха, но с элементами пива немножечко. Между медовухой и пивом, с немножечко хмелем, вот, с каркаде, тоже там танины есть, цвет будет, кислиночка такая. Ну, посмотрим, что получится. Эксперимент такой интересный. Ну, естественно, у нас будет 40 литров воды. Начинаем мы, естественно, с затирания солода. Для этого литров 5 водички нам понадобится. Все, и делаем усиленную пептидазную паузу. То есть сейчас 53-54 градуса наберу, засыплю солод, и он у меня полчаса постоит на пептидазной паузе. Нам нужен, самое главное, большая куча аминного азота. Рецепт я даже еще не написал, так в уме только придумал. Сейчас прямо и запишу. Стоп, уже 55 56 57. Пока писал рецепт, перегрел воду, надо охлаждать. Так, 54 градуса. Отлично, отлично. Срочно засыпаем наш солод. И срочненько укутываем время. Время ровно половина второго. Все, полчаса помешивая, выдерживаем нашу пептидазу. Будет у нас аминного азота, ну просто завались. Ну а пока растопим наш мед. Потому что мед у нас закаменевший. Я его фиг отковыряю. Поэтому ставим на водяную баню. Красота! Мед наш уже от стенок отстал, болтается. Можно булькнуть прям туда. Ай, красота какая!
вот и ладненько. Полчаса у нас прошло. Температура 50, вот падает уже. Короче, 52 температура ровно. Вот у нас хорошо. Пептидаза поработала полчасика. Теперь ставим на огонь. Тут рядышком. И доводим до 65. Будем осахаривать. А мед, как интересно, у нас в газированной воде тает. Как будто такие облака начинаются, или стадия забела, когда брожение начинается. Ни о чем, просто пена газированная такая. Можно считать, и отфильтровали. Еще так ничего получилось. Нормальненько. Сейчас оно осядет. Всякая мука на дно. Я вверх солью, а это оставлю. Все, пускай закипает. Катастрофия, друзья мои. Катастрофия. Плотность-то всего 10-20. Всего ничего. Жижа получается. Сожрал я весь мед. Не утерпел. Есть идея. Как раз. Варим клубнику. Вот. Тут жижи очень много. Сейчас я таким же макаром, которым фильтровал затор, немножко отфильтрую клубники. И получится у нас сироп клубничный. Туда его. Хуже не будет. Все натурпродукт. Пахнет обалденно. Тоже залью его на последних минутах, чтобы, может быть, сохранился запах. Вот так. Полчаса уже кипит. Пену снимал несколько раз. Раза 4-5. Нормальная такая пена. Вот. Ну все, осталось полчаса. Закидываем наш хмель, наш каркаде и заливаем сироп. Сироп, наверное, сразу залью. Пускай, пока отмерять буду, прогреется и начнет закипать. Ну что, остатки нашего традишена. Даже 10 грамм. Короче, все у нас не по плану. Сейчас переписывать буду весь рецепт. Ну и отмеряем сразу нашу каркаду. Короче, так на том и порешим. 10 грамм хмеля традишена и 20 грамм каркады. Ну все, полчаса наше варево еще прокипит и будем остужать. Итого я дописал медово-клубничное пиво, клубничный сироп 1,5 литра, хмель традишн 10 грамм и каркаде
20 грамм. Все, солод затираем, 5 литров промывка, 5 литров, мед варим в 30 литрах, хмель за 30 минут, каркаде за 30 минут, сироп за 30 минут. Варим 1 час. На то мы порешим. Все ингредиенты натуральные, все ингредиенты вкусные. Должно получиться классно. Я не знаю, что это такое. Пиво, вино, наливка или настойка. Ну, какой-то продукт естественного брожения получится. Главное, чтобы получилось классно. Это самое главное. А из чего оно там? Ну, главное, чтобы из натуральных продуктов. Фильтрацион был, теперь дезинфекцион. Пахнет замечательно. Хмелем, клубничкой. Такой прямо супер. Цвет такой интересный, сиреневый получился. А 10.32 это у нас 8% всего. Жадность фраера сгубила. Хотелось побольше, побольше воды. А получится такое слабенькое, вообще слабенькое. Надо еще мед добавлять. Хотя сладенькое, приятное. Очень приятно. Короче, так. Меда больше нету. Получится легенькое, вкусное, душистое пивко. Вот так вот. Летнее. Как раз под лето. Так и порешим. Ну а что делать? Достаем нашу дозу. Интересно, как дрожжи осели. Интересно. Криопротектор сверху, а дрожжи снизу осели. Пускай пока размораживается, пока остудим нашу жижу. Кстати, пену я все-таки соберу. Какая-то она стрёмная, сиреневая. От каркаде, наверное. Получилось. Цвет, конечно, ужасный, ужасный цвет. Я в шоке, конечно. Буро-сиреневый какой-то. Жестяк. Ну, пошла наша доза. Та-дам! Не знаю, что получится. Конечно, по ходу дорабатывался рецепт, дорабатывался, добавлялся. Цвет ужасный. Плотность, кстати, плотность. Ну, плотность все-таки догнали до 10.40. А по таблице у нас получается 9.88, ну, почти, грубо говоря, 10%.
такая, летний вариант получится. Не знаю, как это назвать. Мутаген. Короче, пиво мутаген. Намешано такого. Ну что, прошло часов 40. Все, смотрю, уже начало белеть. Вот так, 35 где-то литров с 3 миллилитров, меньше чем за 2 суток. Температура 20-22 градуса. Ну что, наш медовый мутаген созрел, плотность вообще в ноль ушла. Бутылки подготовил, сейчас промываю, праймер мед. Такой квас получился, и цвет такой розово, кисель какой-то. Да, жесть, но вкусно. Добрый день, друзья. Ну что, летняя погодка, в тени плюс 35, все очень хорошо. Настроение прекрасное. Пчелки работают. Чудно. Решил я провести дегустацию нашего мутагена именно здесь. Так как он медовый, будем дегустировать с пчелами. Попробовал я его сначала, расстроился. Думаю, что за шняга такая? Выбродила в ноль. Просто вот по ареометру 0-0. Чистая вода. Все сахара полностью сбродили. До нижней отметки. Получился вода, спирт и кислота фруктовая. Клубничная. Ну, из каркаде. Запах приятненький. Ну, водичка. И я подумал, а почему бы не сделать это основой коктейля? Отличная идея. Добавили сироп. И получилась такая бомба. И можно варьировать. Можно клубничный сироп, можно малиновый сироп. Какой угодно сироп добавляем, получаем напиток богов. В летнюю жару просто непередаваемое. На этот раз у меня есть малиновый сироп, значит, у нас будет малиновый микс. Вот такой у нас получился напиток. Пены хоть отбавляй. Сказался солод. Классный цвет получился, коктейльный. Летний вариант. Пена просто, ее есть можно. Как десерт. Сначала скушаем десерт. А потом выпьем коктейль. Очень легенько, освежающе. Сиропа можно добавлять
по своему усмотрению. Хотите покислее, меньше, хотите побольше, послаже, побольше сиропа. Для лета первое дело. Хотя я вам скажу, алкоголя там достаточно. Если оно выбродило в ноль с 10 градусов, там около 5 градусов есть. И я вам скажу, что с литра не только жажду утоляет, но еще и по голове хорошо. Бум! Дает. Так что легкий-легкий, коктейль-коктейль, но злоупотреблять не стоит. Так что всего вам хорошего, делайте отличные напитки, наслаждайтесь жизнью. Все отлично!